Добрый день, друзья. Сегодня будем менять гнездо зарядки на 710 Nokia. Открываем крышку, батарейку, разбираем телефон. Снимаем крышку. Это у нас болтик остался. Вот он у нас спрятан, резиновый чехол. Стегиваем шлейф экрана, таким вот образом достаем плату, здесь у нас еще один шлейф, стегиваем. Вот наше гнездо. Как видите, с этой стороны стоит датчик, поэтому снизу греть мы не сможем, будем снимать его сверху. градусов у меня стоит на термофене. Добавляем флюс. Разогреваем. Можно все это, конечно, зажать в держак, кому как удобно. Упала наша камера. Сняли. Это наше новое гнездо. Покажу поближе. Добавляем флюса. Образом ставим.
слепой. Конечно, если бы снизу ничего не было, все это можно было сделать намного проще, просто нагреть снизу, и все было бы готово. Но у этой модели приходится все делать сверху. Поставили ровно более-менее, чтобы направляющие совпадали с пятаками. Видно примерно. С другой стороны все, захватили ножки, они у нас припаяны. Чем тоньше жало на вашем паяльнике, тем, конечно, будет удобнее. Все непосредственно припаиваем сами направляющие. Далее здесь не совсем удобно паять, точнее не к чему. Этот вопрос мы можем решить вот таким образом. Немного почистить землю. Ничего страшного там нету. Вот. И припаять к самой земле. Так. С этой стороны все собираем. Пристегиваем снизу экран. Вставляем. Стекло. Ставим батарейку. Проверяем. Зарядка пошла. Чувствую, вибрирует. Все работает. Закручиваем телефон. Этому телефону необходимо порядка 2-3 минут, чтобы выскочила батарейка и индикатор показал, что он заряжается, поэтому ждать не будем. Закручиваем телефон.
Таким образом меняется зарядочное гнездо на 710 Nokia. Всем спасибо за внимание. Задавайте вопросы, пишите, подписывайтесь на мой канал. Всем удачного дня. До свидания.